Региональные штабы партии «Зеленых Байтак» проводят активную агитационную работу. В Атырауской области активисты организовали встречу с работниками сервисной компании, внедрившие в практику управления отходами производства и потребления. Собравшимся разъяснили цели и задачи партии на предвыборный период. Работников предприятия интересовали вопросы, касающиеся экологического состояния региона и пути решения существующих экопроблем области. Например, шла речь о качестве воздуха в Атырау, о росте количества автомобилей в регионе и возросшей нагрузке на окружающую среду. Отмечу, на предстоящие выборы по партийному списку от Атырауской области зарегистрированы один кандидат в мажилис парламента и 15 кандидатов в маслихаты. Во время встречи собравшиеся были ознакомлены с предвыборной программой партии. Вместе с тем представителями региона были подняты самые актуальные жизненные проблемы. На все вопросы были даны конкретные ответы. Считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной.